Приветствую, друзья! Как достигнуть своей мечты? Да, это довольно-таки, оказывается, просто. Надо посмотреть на свой вопрос, как достигнуть своей мечты через нулевое состояние. И почему там получаем ответ? Почему мы там можем получить ответ через нулевое состояние? Потому что нулевое состояние – это когда мысли не сопровождаются эмоциями, они разъединяются, и вы можете соединить их таким образом, чтобы мысли и эмоции шли как раз-таки согласованно в направлении вашего желания, а не противоречили друг другу. А вы обычно не можете сразу понять, как достигнуть своей мечты, потому что мысли вам говорят об одном, чувства говорят о другом, а тело вообще не хочет сотрудничать с вами. А чтобы получилось сотрудничество, чтобы вы были настроены на цель своего желания, как стрела, летящая точно в цель, воедино с нею. Да, вот в этом смысле надо, чтобы вы разъединили мысли от эмоций и соединили их так, чтобы они теперь шли вместе. И организм тогда тоже пристраивается и получается как пуля, летящая в цель. И вы, вопреки всем обстоятельствам и препятствиям, достигаете своей мечты. Поэтому мы практикуем нулевое состояние. А для этого мы используем или классический ключ, когда мы делаем ритмичные движения, выходящие на состояние такой комфортности, психической релаксации, когда появляется безмятежность, глубинный душевный покой, ноль, безмятежность. И там мы подумали о том, как же достичь своей мечты. И мы сразу попадаем в базы данных. У нас ответы-то есть, они у нас лежат в подсознании. У нас там столько библиотек, которые просто закрыты страхом ошибки, а вдруг не получится, блоками сознания, блоками ума и тела, короче говоря. А тут мы попадаем и получаем ответ. Или мы выходим с помощью идиомоторных движений, это тоже триггер, ритмы и идиомоторные движения, левитационные. Это классический ключ. А элементы ключ 2 – это пики напряжения и моделирование испытанных состояний в новом назначении. Это тоже отмыкает путь к достижению мечты. Так вот, друзья, пики напряжения. Я вам в следующем ролике скажу, как их быстро создавать за несколько секунд для того, чтобы вы отмыкали свое подсознание и получали понимание, как достичь исполнение своих желаний. Таким образом, ваша жизнь начнет происходить на более высоком качественном уровне, да, друзья? Посмотрите, я это сделаю еще и в телеграм-канале, потому что там будут переписываться между собой, общаться, делиться опытом. И здесь, на ютубе. Кто не подписан, подпишитесь обязательно, потому что к Новому году начинается у нас сейчас. Я вам буду подарки делать. Давайте. Быстро подписывайтесь, иначе опоздаете.